Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в приманочку на серии Родина Ролеплей, Центральный Округ. Мой ник здесь Кирилл Путбулов, и сегодня мы будем на МПшке. Я сразу зашел, началась МПшка какая-то, я даже не знаю, какая МПшка на самом деле, я просто не увидел, я не успел. Я зашел и сразу ГМП написал, поэтому сейчас не знаю, что будем делать, какая МПшка, рулетка, наверное, будет русская или что-то типа того. Так, нас всех зафризили. Окей, хорошо. Скин 9, так. А вы закончили свое лечение. Хорошо. Так, давайте такой скриншотик сделаем, наверное. Вот такой вот. Во, вот так вот сделаем. Скриншотик, так, приз 50 тысяч. А что нужно именно делать? Все, что пополняет ХП, броню, так. Как вы, Дамхан, го. Так, все, началась перестрелка, типа. Вол, вот это жестко. Это жестко, конечно, это жестко. Так. Мне не надо стрелять. Ёпту налево. Ёпту налево. Это мясо. Я стрелять вообще не умею, дядя. Я вообще стрелять не умею. Алло. Алло, блин, у меня скиллов нету, дядя, ёпта. Чё? Шарик воздушный? Вы серьезно? У админа воздушный шарик? Ёбаный в рот. Вот это поворот, блядь. Сука, и меня стопит пиздец, когда я начинаю стрелять. Так. Надо чувака убить. Есть, я кого-то убил. Я красавчик. Ай, мясо просто. Ебать мясо, я ебу. Ебать это мясо просто. Люди плюсишь по-любому. Бля, меня стреляют. Кто? Нет, я не хочу сдохнуть. Я не хочу сдохнуть, блин. Так, бегаем. Блять, оно стопит пиздец, когда скиллов нету. Вот это хуёво. Это реально хуёво. Так, ты чё, блядь, дядя? Я хп-то мало. Блять. Идите нахуй. Мне кому-то попасть надо, и все, и пиздец мне. Он в ОФК уходит, сука. 294-й в ОФК уходит. Ах ты, ёбаный пидорас. Блять, я заебался бегать. Бля, меня убили, короче. Да, охуенно на МПшку сходил, блядь. Я же говорю, пацаны, я стрелять не умею. У меня даже, блядь, скиллов нету. Бля, вся болька занята. Ёб твою налево. Так, там тоже занято все, да? Ё-моё. О, свободно, все, я занял. Так, давай сейчас вылечимся и займемся чем-то еще. Потому что спонтанно я вообще на МПшку пошел. Я редко хожу на МПшки. Раз, наверное, в полгода бывает такое. Ну, все же поучаствовали. Блин, было круто. Ну, хуёво, что мы не выиграли, но хотя бы я там в топе 30 остался, так сказать. Это уже хорошо. Так, все, моя мадам вылечилась. Ну, мой персонаж, точнее, вылечился, поэтому можем идти дальше. Не знаю, чем сейчас еще займемся. Блин, жалко, я на собирателей хотел бы на самом деле попасть. Потому что нередко происходят, поэтому было бы круто попасть на собиратели. Давайте сейчас в банк забежим, я посмотрю, что мне там по плате там и так далее. Надо глянуть, а то я давно не смотрел. Блин, надо будет черепах продавать, потому что денег вообще 20 тысяч всего лишь, и все. Поэтому надо будет с этим что-то думать обязательно. Этим нужно заняться. Так, давайте налоги наши оплатимся. Ух ты, блин, на машины все платить надо налоги. Эх, ну ладно, блин, деньги, конечно, шо вода, пацаны, отвечаю. Заходишь, блядь, поиграть, все, блядь, денег нету. 1600, все, платил. Блин, почему два чувака, какие меня ждут, подписчики, не платят за этот, за дом, блин. Они только черепах выращивают, блин, и все. И мы их черепах воруют. Некрасиво получается, блин. Я уже хотел их выселить вчера, потому что, блин, пиздец, они моих черепах воруют. Реально. Чё надо? Чё надо? Анастасия, так, показал достоин человека напротив. Так, пахнет. Предъявите ваши документы. Засунул руку в карман.
достал паспорт, передал человеку в форме. Сейчас по бурику так отыграем. Так. Шоу пас, по-моему, шоу пас 379. Ну держи, ёпта. Меня повязали мусора, да? Меня сейчас мусора повяжут, я чувствую. Почему нарушаем? Где я нарушаю? Где я нарушаю? Чё и надо, блин? Такие тёлки стоят. Так, переход не в... ничего, что перед вами только что так пробежало три человека. А вы прикопались именно ко мне. Ну серьезно, чё на коне прикопалась, ёб твою налево. Я сейчас и до них доберусь. Ага, они уже упетляли. Упетляли. Ну, выпишите мне штраф и все. Да, без проблем. Давай штраф свой, блин. Ты чё, блин, она, наверное, увидела, что мы сексуальнее, чем она, и решила к нам прикопаться. Да, хорошо, распишитесь вот тут. Так, оплатить. Все, блядь, иди в пизду. Заколебало, блин, я что, один тут перехожу, блядь? Тут переход аж хуй знает где, блин. Серьезно, блин, ну, приебываться. Рома Ладова. Какой у него ID был, блин? Давайте напишем у нее жалобу. Слышишь, блин, нам штраф дала, блядь. Так, все с администрацией. Какой у нее ID там? 379. Патруль. Патруль. Так. Нон, РП. Патруль. Все, блин, пусть разбираются. Потому что, что, блядь, она... Так. Она сама патрулирует, блядь. Пусть ей вареник въебут. Ну реально, блин. Чё за приколы? Чё, особенно сильно, блядь? Ха, Евдоморган посадили. А, её кикнули. Лол. Вот это я понимаю, другое дело, блядь. Вот у них у меня штрафы выписывать, блядь. Коза, блядь. Блин, ну реально, блин, я что единственный, кто так перехожу дорогу? Ну серьезно, блин? Это полный бред. Так, давайте купим еще пару черепашек. Сейчас зайдем до дома, посмотрим, что там обстоит, как дела. Бля, Семайбах что-то захотел. Прикольная машина, блин. Прикольная тачка. Я бы Семайбах бы взял. На самом деле. Либо Роллс. Майбах как-то мне больше нравится, на самом деле, чем Роллс. Может, в будущем куплю, но, блин, сейчас нечего продавать, короче. Так, давайте рыба. Черепаха. 4 штуки купим. Окей, не могу, 4, хорошо. Рыба. Ладно, в пизду, значит, у нас есть черепахи, не будем их покупать. Без проблем. Все, поехали, короче. Блин, охуенный запорожец, вот именно этот запорожец мне нравится, ушастик он называется, блин, прям охуенный запорожец. Я вообще такой жизни реально хотел бы, мне он очень нравится. Именно ушастик именно. Это, короче, это... Есть запорожец другой, короче, я не помню, как называется, там, ЗМЗ, что там, М300, что-то там, короче, ладно. Есть типа поновее, вот посмотри, ушастик. Ну, бля, ушастик такой сексуальный, просто посмотрите. Бомба просто. Я вообще такой реально в жизни хотел и... Блядь, чуть не купил один раз такой. Или не ушастик то был. Короче, блин, в жизни себе тоже пытался себе такой купить. Ну, что-то он дорогой какой-то был, это запорожец. Я что-то передумал тогда покупать. Тем более он на парковке уже стоял там. Короче, у нас есть парковка возле дома. И там есть запорожец на парковке. Он уже стоит, по-моему... Ну, лет 10, прикиньте, его продают за 10 тысяч, не за 10 тысяч, где-то за 13 тысяч рублей его продают, понимаете, он там стоит, непонятно, он, мне кажется, хуй когда заведется, во-первых, его так дорого продают, ну, это пиздец, реально.
Это реально пиздец. Вот в таком состоянии я бы хотел в Запорожье, такой, блин. Реально кайфовая машина, серьезно. Как это смешно не звучало, да, пацаны, но, блин, мне он очень нравится, это Запорожец. Я бы себе, на самом деле, в реальной жизни очень бы хотел. Прям охуенная машина, мне очень нравится. Внешне он такой симпатичный, прям. Так, отлично вписывается в атмосферу моих машин этот Запорожец, конечно. Ну, такое, да. Так, что там по черепахам вообще? Мне хоть что-то можно забрать? О, неужели, блин, у меня будут деньги? Потому что постоянно сажу я, понимаете? Я сажу там, ну, и не сразу забираю там, а через день там могу забрать. Блять, я захожу, мои черепахи забрали, они свои садят, понимаете? Я должен еще ждать 600 секунд. 600 минут, по-моему. Ну, это такое себе, знаете, развлечение. Ну, а вот это другое дело сейчас. Тоже я посажу черепах как раз. И заебись. В следующей серии можно будет в казик сходить, кстати. Попробовать поиграть в карты именно. Именно в карты, потому что, блядь, вот это, типа, вне карты вот эта хуйня играть, мне оно не нравится, серьезно. Во, заебись. Все, 140 тысяч в кармане есть. Так, эта черепаха выросла? Нет, еще не выросла, окей. Все, тогда эти черепаху сейчас посадим по бырику. Так, сетле. Так, 4. Так, по бырику сейчас садим и будем уже заканчивать, наверное, серичку. Такая необычная серичка получилась в таком лайв формате, потому что... Ну, я не знаю, я зашел, я не знал, что я буду снимать. Тут такая МПшка, я думаю, блин, почему бы не снять? Потому что, ну, я про МПшки редко снимаю вообще. Поэтому вот такие вот дела. Все, посадили мы черепах. Ну что ж, надо будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики, блядь, чтобы Родина выходила почаще. Не забывайте видеть мой ник при регистрации. Вот Кирилл Путбулови. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from